Привет, ребята, добрый день. И вот мы сейчас отправляемся на мыс Айя. Лебоваклаву хотели попасть в музей, подводных лодок, но не успели. Опять не успели. Сегодня вот так вот второй день обломчик у нас такой выходит. Вот, сейчас направляемся в сторону Золотого Серебряного пляжа, да? Короче, где-то там тусанемся, походу, может быть, даже палатка остановимся. По крайней мере, ее взяли с собой. Вот. Ну, поживем. Время уже 6 часов 10 минут. Офигеть. Целый день прилетел, да, Андрюк? Незаметно как. Ну, почти, считай, целый день пролетел. 6 часов пролетело, скажем так. Ну, видишь, это прогулка, которую мы там сделали. Прогулка на катере тоже полтора часа потеряли. У нас, короче, где понравится, где увидим, там палаточный град, туда там и остановимся, собственно. Но мы с собой мало чего взяли, правда, поесть, попить нам. Ну, вообще, я имею в виду, для с палаткой отдыха надо побольше брать. Обычно мы всегда затаривались так, что там еще, блин, целая сумка, там, жратвы там. Ну, тут видишь, что это как бы на один день, на одну ночь. В принципе, особо. Ну, в принципе, да. Поэтому много не будем ничего с собой брать, так просто съездим на разведку. Вот и плывем, в общем-то, на Инжир. Отходим от Балаклавы. Посмотрим, что там у нас за места. Вчера сидели где-то там на обрыве, вот я в той будочке, красный, зеленый. Золотой, да? Мы почти и прибыли. Пляж Инжир. Димон, лови лодку, куда ты пошел? А, ты девушка, ну ладно, девушка важнее, важнее. Давай. Экстримчик. Туда сюда берем. Это наше. Вот она, красота-то, началась. Да, прикольно здесь.
запрещается. Какие-либо загрязнения и засорения территории заказника, повреждения, уничтожения всех видов растительного и представительного животного мира. Самодовольная установка палаток, организация палаток. Короче, вот так вот. Это мы свои, а у нас получается. А? Почему? Офигенное место. Ты что, природа смотри какая. Нетронутая фактически, бля. Вот такие вот виды открываются у нас на мысе Ай-Яй. Очень потрясающее место. С палаточкой мы выбрались наконец-то. Мечта Андрея Владимировича исполнилась. Красота. Еще осталось только найти нам, где обитают так называемый лагерь Робинзон. Очень много разнообразных растений, более 500 видов, которые, короче, занесены здесь в Красную книгу. Вот. И наиболее ценные деревья в заповеднике распространены такие сосны, как сосны Станкевича, Судакская и Пицунская сосна, можжевельник высокий, вот. Земляничник межплодный, фисташка. Я в восторге. Андрей Владимирович, мечта сбылась. Вот фильм снимался реально здесь. По этим камням Гоша Куценко ходил. Ну, может, не конкретно именно по этим, но, по крайней мере, где-то здесь. Да, дальше. А, в левую сторону. Ну так, приехали. На это место, мыс Ай-Яй. Пока еще место, где бы остановиться. Вот такой красивый вид здесь. Я просто снимаю, как мы идем. Заранее они как по интернету договариваются. У них есть своя страничка официальная. Вот здесь уже люди разместились как бы с палаточкой. Чуть ниже происходит от греческого слова «айос». Полагается, что греки считали эти места святыми. И хоронили здесь своих предков. Не, ну виды, конечно, здесь суперские просто. Просто супер. А? Короче, не знаю, где надо поставить. Шикардос вида. Такой вот мыс на южном берегу Крыма. Это юго-восток от Балаклавы, выступ, берег длиной 13 километров где-то. Вот. Территория подчинена Балаклавскому району Севастополя. Мыс Ай-Яй ограничивает южный берег Крыма с запада. Вот такой вот мыс Ай-Яй. Наша палатка. Или ходят. Моряки говорят, мы ходим. Вот спускаемся к морю. Возможно, здесь где-то подход к воде-то и есть по-любому. Вон что-то идет. Катерочек идет. Такая беседочка у нас виднеется. Вот кого-то еще сюда сейчас привезут. Какой-то более такой скоростной катер в сравнении с тем, который нас добрасывал. Нету. Вот такие вот виды здесь тоже открываются. Андрюха, что там? Обрыв? Или все-таки можно к воде попасть? Ты здесь вот так вот, да? Понятно все. Вот такая идет тропиночка прям вдоль берега.
ну, так огородили, чтобы не, народ не сорвался какой-нибудь. Вот. Идем к морю купаться. Вот такие вот здесь мостики. Слушай, ну природа, конечно, супер здесь вообще. Дышать, наслаждаться воздухом, виды. Вот интересно, где лагерь Робинзон остановился. Во! Вот такие вот здесь вот места. Слушай, закат супер просто. Красота спасет мир. Спускаемся вниз. Оп, оп, хип-хоп. Слушай, здесь можно и понудить, в принципе, если захотеть. Не, вообще я имею в виду, когда никого. Ну. Такие вот камни здесь. А как тут купаться? А там есть подход где-нибудь к воде более-менее? Ну, если по всем камням пройдете, то более-менее в конце будет. В конце, что да? Да, далеко. Это далеко. Ну, ладно, сейчас мы попробуем. Вы дети шли, вы дойдете. Уже ноги топтали, мозоли натерли. Это нормально. Это нормально. Это точно. Ну вот пришли на пляж. Такой, можно сказать, дикий пляж. Камни кругом. Андрюха ищет лучшее местечко. Сказали, что там где-то вдалеке более-менее можно получить. Да. Вот так вот и идем по этим камням. В воде, короче, попробуем сделать заплывчик. Покушать что-нибудь. На природе что-то разыгрался аппетит. Сидим,
колбаски. Не, я сейчас залезу. Я водичку потрогаю, что ты. Утро ранее, 8 часов утра. Открываем палаточку. Смотрим, нас ожидает вот такой вот пес. Откуда он здесь взялся? Лежит, охраняет. Мы там ничего не оставили на улице пожрать-то? Нет. А, ну все тогда. Значит, все целое. Ходит, попрошайничает. Ну да, да, да. У него же технологии видно. Ну а что, нормально. Видишь, как он находит общий язык со всеми, ребят. Вчера, по-моему, что-то кто-то еще здесь даже разговаривал, где-то часов до 12, да? Ну, он там соседи, у нас же есть, над Карманским. Ага. Вот такие вот места здесь. Доброе утро. Вот мы, собственно говоря, сюда приплыли вчера на одном катере. Переночевали ночку. Ночка была такая, в принципе, достаточно теплая. Единственное, только не было комфорта, не было у нас матраса. Матрас был бы, конечно, необходим, поскольку немножко жесткая земля. Спать на ней не совсем удобно. Но, в общем-то, подстелили полотенчика и кое-как, в общем-то, можно сказать, до утра выспался. Обалденно. Сейчас утро такое не жарко. Здесь солнца нету пока. Кажется, даже слегка моросил дождь ночью. Вот такие вот виды. Доброе утро. Как вам отдыхается? Прекрасно. Какой день уже? У нас день за три, не знаю. А вы уже потерялись во времени? Да, слегка. Ничего себе. Ну, уже давно, видать, да, здесь отдыхаете? Ну, вот конкретно здесь... Неделю где-то примерно. А там еще дальше у нас что-то есть, да? Там инжир или инжир это считается, пляж? Инжир дальше. А, инжир это туда идти дальше. Да. А пляж вот еще какой-то там золотой, да? Золотой, да. Это туда дальше. А сколько метров пройти надо примерно? Золотой. 200-300. Ну реально пешком пройти, если? Да, совсем не пешком. А. Там еще в лагере есть Робинзон, такой не слышали? Не знаете, да? Просто ладно. А там пройти можно или это? Нет, здесь уже все. А, там все уже обрыв, да, идет? Все ясно, значит. Я просто запутал. А здесь что такое? Вы будете нашим экскурсоведом, немножко подскажете о том. Здесь администрация. Администрация? О, а что, платить надо администрации? Нет, ничего. А они как просто администрация? Просто за порядком следят? Ну, типа. Вот так вот. Ну, мы хотя бы в общих чертах будем иметь в виду, что это такое. Проводим как бы видеообзор. А, понятно. Для своего канала. Как вас зовут? Дарья. Спасибо, очень приятно. Меня Андрей. Вы с подружкой? Да. Ну, классно отдыхаете. Сами откуда приехали? Из Питера. А, ну, почти рядом. Мы из Москвы. А, ну, здесь сплошная Москва, Питер. А? Здесь сплошная Москва, Питер. Или местные. Я смотрю, тут это, да. Очень много говор такой украинский. Вот там видел, палатки разговаривают. Скорее всего, с Украины. Очень много народу отдыхает. Угу. Классное место. Почему бы и нет? Скучновато только ночью, как-то, мне кажется. Ну, если только день там гитара, если есть там творческие способности. В выходные здесь там сидели. Ну, я вчера слышу, кто-то на гитаре он там играл. Да. Угу. Но мы только на одну ночку, мы сегодня уже поедем в это, в Крым, туда, в Ялту собираемся. Угу. Мы в Ялте сейчас остановимся. Были в Ялте? Да, думаю, не первый раз здесь. У нас дача академическая здесь недалеко. Угу. Где, в Ауке? В Ауке. О, вообще здорово. Я бы в Ауке тоже хорошо пожил бы. Воронцовский дворец, ну тоже красивые места. Угу. Ладненько, спасибо большое. До свидания. Спасибо. Давайте. Удачи. А кстати, вот насчет чая, как здесь вообще? У вас плитка, вроде огонь нельзя разводить. Нет, ну с горелками аккуратно можно. А можно такой, да, газовой такой плиточкой? Ну да, ну такой, чтобы нет. Аккуратно. Не испытывай иллюзий. Угу. Потому что я смотрю на мотоцикле, дяденька вчера такой гонял, вот всех тут это под контролем держал. Мы вон там хотели остановиться, но нас кто-то прогнал. Ну, здесь лесники каждый день, поэтому обычно утром, вечером. Угу. Здесь как бы легальная территория, здесь можно, а там уже нельзя.
Да, там дальше стоянки хорошие, но там нельзя. Угу, там виды такие классные. Угу. Я думаю, там встали, нас и море-то не видно. Вот здесь вы хорошее местечко нашли, вам повезло. Мы сначала тоже туда приехали, там хотели встать. И Сентин нас погнали сюда. И вот туда. Рядышком. А вы куда-то направляетесь? Тут есть родниковая вода, может быть, нет? Родниковая есть. Но... А далеко? Ну, по этой если дороге довольно далеко идти. Есть там дорога, ну, просто вверх очень сильно. Вот, ну... По тропинке там такой, да, как бы лесенок? Там тропа, да. Ну, там не лесенок, а тропа. Но там идти минут 15, наверное, даже, если так, бодренько. Угу. 15 минут бодренько, это в гору подняться, это не каждому дано. С горы-то еще можно бодренько. Не, сегодня хорошо, жары нету. Прям такое. Это вот это можжевельник, да, по-моему, у нас? Да. Запах можжевельника. Угу. Четко. Вот. Да, потому что вода здесь нужна, по-любому. Ну да, там родничок есть. Ну правда, пить, естественно. Так нельзя пить, да? Не советуют. Можно. Ну. Ну осторожно. Да. Ну, я... ну, мало ли, все же есть там, наверное. О, ну, вот, кажется, я пришел к своему месту. Где-то мы вон там обитаем. Угу. С девушкой, по крайней мере, она говорит, воду можно пить, но осторожно. То есть родниковая вода, как бы здесь источник есть, минут 15 пройти, если до туда. Вот. Но вызвать катер надо предварительно созвониться по телефону. Так что телефон вы не брали, Андрей, вчера? Они привозят, да, но их трудно будет поймать. Сейчас там с одной девушкой разговаривал, он говорит, у них там есть телефон, можно просто позвонить, и он приедет. Ну, говорит, может быть, они не часто, потому что в такую погоду ездят. Погода, видишь, такая немного смурная, солнца нету, капает слегка дождик. Моросящий. У моей палочки сушится. Уже высохли.